Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. У этих людей имеется чувство собственного достоинства. Люди с буквой «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Уверенность этих людей очень позитивна для тех, кто стремится к достижению материального успеха и высокому положению в обществе. Следует обратить внимание на то, что их честолюбие может выйти за разумные пределы. Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Они идут к своим целям постепенно, но уверенно. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. В материальном плане эти люди ориентированы на результат в виде финансовой выгоды. Там, где другие 10 раз свернули бы себе шею, владельцу этого имени повезет. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. В любви требует уважения, но часто портит отношения с партнером собственными колкими замечаниями. Это имя не вызывает отрицательного восприятия. Звук «Б» в этом имени иногда связывает с упрямством и упорством. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.